В исправительной колонии номер 7 Республики Башкортостан прошел футбольный матч. В рамках сотрудничества УФСИН Российской Федерации и Салаватской епархии в городе Мелеуз прошла футбольная встреча между командами осужденных и епархиального молодежного православного движения «Живой источник» города Кумертау. Спортивные мероприятия в исправительной колонии номер 7 стараются проводить регулярно, ведь подобные встречи – хороший стимул для физического самосовершенствования осужденных, воспитания командного духа и развития умения эффективно взаимодействовать друг с другом. В этой колонии я когда-то отбывал, сам в 90-е три года сидел, такого не было. И сегодня вот при содействии епископа Салаватского Кумертауского, владыки Николая, это организовано, это прекрасное мероприятие, и оно по всем учреждениям в Башкирии, в Салавате, везде организуется владыкой. Я вновь рад сегодняшней нашей встрече, в этот день, когда мы также совместили сегодняшние спортивные встречи не только здесь, в храме, но и на футбольном поле. Я хотел бы также, чтобы вы приняли участие, поддержали свою команду, а мы в свою очередь. Но я думаю, что, конечно, победит сильнейший. Я уже знаю, кто это. В упорной борьбе вновь победила команда осужденных колоний. Это уже вторая победа в прошедших в этом году двух футбольных встречах. После мероприятия епископ Салаватский Кумертауский Николай вручил победителям футбольный мяч и договорился с участниками о следующем матче в ближайшем будущем.